Волнующий родителей школьников законопроект сегодня в повестке дня Государственной Думы стоял под номером 30, но в итоге очередь до него дошла только вечером. После учета всех замечаний общественности инициаторы резонансного законопроекта под номером 438-863 подготовили поправки в текст. Их сегодня закрепили спецпостановлением Госдумы. Было много опасений, что не будет языков народов, родных языков, обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов. Они будут там, будут внесены соответствующие поправки, которые закрепят их место в федеральных государственных образовательных стандартах, в обязательной части. Одним из родных языков, которые могут быть изучаться в школах, где преподается родной язык, будет русский. Выбор языка обучения или родного языка как предмета для изучения за родителями несовершеннолетних обучающихся и их представителями. Сама инициатор законопроекта Алена Аршинова заговорила сегодня на молдавском, а потом уверила собравшихся, что сейчас изучает чувашский, родной язык своих избирателей. Общественников же и родителей попросили успокоиться, в новом тексте закона обещают учесть все интересы. Нам удалось прийти к общему знаменателю. В течение часа депутаты обсуждали законопроект, 14 вопросов с мест прозвучало от национальных республик. Депутаты переживали за будущее родных языков. Это означает, что и количество часов в дисциплине «Родной язык» не сократится. Речь о сокращении часов преподавания родного языка в законопроекте не идет, уверили его инициаторы. Итог голосования сегодня. За законопроект в первом чтении в его компромиссном варианте проголосовали 373 депутата. Трое против, один воздержался. Депутат от Татарстана Эльдар Гильмудинов уверен, что сейчас важно разработать и закрепить законодательно стандарты образования для родных языков. Главная задача, которая должна была быть реализована законом, это обеспечить тех родителей, тех обучающих, для которых родной язык не является родным, чтобы их не заставлять выбирать, изучать родной язык в таком статусе. Вот самая главная задача. В течение ближайшего месяца законопроект будет подготовлен ко второму чтению в Госдуме, однако к новому учебному году принять его еще не удастся, чисто технически. Также сегодня от членов профильного комитета Государственной Думы прозвучало предложение к правительству России создать специальный фонд поддержки родных языков, а еще разработать концепцию преподавания национальных языков с учетом всех финансовых затрат. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва.